2 700 000 000 тенге – рекордная сумма, выделена на ремонт автодорог в этом году. Средним капремонтом охватит 55 карагандинских дорог. Пока же состояние асфальтного покрытия в шахтерской столице оставляет желать лучшего. Мирамгуль Салкимбаева о вечной проблеме. Со сходом снега обнажилась проблема всех времен и народов – изношенные дороги. Даже в центре Караганды то яма, то ухаб. Что уж говорить об окраинах города. Дороги очень плохие, и обидно, то, что вот так вот вроде деньги выделили, а дороги не очень. А налоги платите вы? Налоги платим. За что, получается, платите? Вот за что мы платим, чтобы как бы народу было хорошо. И мы там пробку создаем, и не ГАИ, никто, не, ну... Мы там пробку создаем час пик, вот как по Волочаевской, из-за этой ямы, потому что там два ряда должны идти, а мы не можем в это вправо идти, идем по левому ряду, потому что там котлован. Вот проедете, посмотрите специально, уже 3 года и ветки эти торчат. С Карагандинца выезжаем на Бухаржираву, там вот такая яма по колено, она уже 3 года там. Пусть мы по стольнику сложимся кому-нибудь, правда, эту яму, у нас низкая, смотрите, какая посадка, низкая посадка автобуса, смотрите. Вот этот автобус, он 2 раза выше, он везде пройдет. Традиционный ответ «нет денег» уже никого не устраивает. Капитальный ремонт некоторых улиц не проводится несколько лет, а там, где дыры латают, снова появляются ямы. По словам специалистов, на состояние покрытия влияет резко переменчивая погода и осадки. Однако местные власти обещают ситуацию исправить. В этом году средний капремонт увидит 55 дорог. На эти цели из областного бюджета выделена рекордная сумма – 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Список утвержден, мы уже даже его публиковали в газете. Из них 29, как я сказал, последний ремонт социальных улиц, и 26 это к социальным объектам, школам, больницам, роддомам. Из них вот такие более дороги, которые долгое время не ремонтировались. Степная, Казахстанская, Липецкая, Анжерская, Демьяна-Бедного, Старолитейная, это Майкудук, 40-й маршрут, Белинская, Махметова, Джекибаева, Локомотивная, Газетная даже такая улица, если вы знаете, есть такая у нас улица. И объездная 22-го микрорайона. Очень-очень больше. А вот дороги по улицам Воинов-Интернационалистов и Ермекова отремонтируют по новым технологиям. Здесь положат щебеночный мастичный асфальт. Такой использовался впервые в 2011 году на бульваре Мира. В текущем году при условии финансирования, дополнительного финансирования, мы планируем по Ермекова и по Воинов-Интернационалистов тоже применить полностью ШМА в этом году. Также в этом году разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт всего проспекта Бухаржирау. При разработке ПСД, проектно-сметной документации, будет учтено покрытие в виде ШМА. На средства, выделенные из бюджета, можно отремонтировать все трассы Караганды. Акиматчики отмечают, что такие деньги на устройство дорог ранее не выделялись, потому работать будут, не покладая рук. Но это пока лишь планы. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Олжас Габбасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.